Темку. Привет, ребят. Всех приветствуем. Так, третья серия. Не знаю, зачем я ее записываю. Я думал закончить с этой игрой, удалить ее и как бы забыть. Ну ладно. Давайте, как говорится, попробуем. Попробуем еще раз. Сейчас я покажу, в чем замок этой игры. Как говорится, в прямом и переносном смысле, в чем замок. Так, нам нужно пройти вот сюда. Где у нас тут находятся вот эти вот шкафчики. Короче, нам нужно будет с вами найти пароли, которые вот находятся у нас вот тут в кодах. От противогаза, от зажигалки и от гаечного ключа, которым сможем открывать, получается, эти, как его, решетки. Без этого всего мы не сможем с вами ничего сделать. Я даже не знаю, где находится, к примеру, зажигалка и ключ. Ну, то есть, где челики будут лежать. Без зажигалки мы не можем воспользоваться с вами факелом. У нас тут где-то должен был быть факел. Без зажигалки факела мы не сможем воспользоваться. Так само без гаечного ключа мы не сможем там открыть некоторые с вами двери, чтобы забрать, к примеру, там кусочки, по-моему, были, если я ошибаюсь. Так, что мы будем делать? Давайте попробуем. Ё-моё, а чё ты выбежал? А чё ты выбежал, алё? Алё, 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 алё. Что это за бред? Почему оно вылезло и может ли оно сломать двери? А что это? А что за прикол? Все? Я теперь не смогу спокойно ходить. Оно будет меня преследовать. Ладно, ладно. Давайте попробуем пойти налево и пройтись по тем местам, где у нас раньше было все закрыто. Не знаю, конечно, что это нам даст. Ну, хотя бы попробуем еще одну серию записать, а там посмотрим. Так, подвисание, хорошо. Может быть, еще на одну серию у нас, как говорится, и хватит с вами. С одной стороны, конечно, хочется пройти игру полностью. Это что такое? Йоу. Йоу. Ну все, это походу конечное, да? Да. Это конечное. И на него даже не срабатывает. На него даже не срабатывает оружие. Это, как говорится, замечательно. Не знаю, зачем было делать такого монстра. Ладно, давайте еще раз. Я, по-моему, с вами зацепил. Хотя не с вами, я сам зацепил. Я, по-моему, зацепил этот, как его, растяжку. Растяжку я не могу обезвреживать, по-моему, без кусочек. По-моему, без кусочек я не могу обезвреживать с вами эту штуку. Растяжку. И где она находится, это уже без понятия. Так, ну я реально что-то зацепил. Давайте смотреть. Так, подвисание. Подвисание. Где-то тут должна быть растяжка, правильно я понимаю? Так, где она была? Ага, вот растяжка была. Вот эта растяжка. Хорошо, хорошо. Будем стараться. Блин. Проходить это все аккуратно. Так, ну, наверное, эта карта, это нам добавляет в существующую карту типа места. Так, ага, канистра у нас уже заполнена.
Здесь мы можем пройти? Да, можем. Можем. Так, что у нас тут? У нас тут потрошки. Не знаю, зачем нам потрошки, если они, в принципе, бессмысленные. Ага. У нас с вами два потрошка есть. Хорошо. А, поняли, да, зачем нам кусачки? Чтобы отрезать вот эти вот цепи. Теперь понятно, зачем нам кусачки нужны. А, эти кусачки находятся у нас в камере, вспомните, с типом, который кричит постоянно. Там те кусачки находятся. А чтобы открыть те кусачки, получается, нам нужно будет с вами найти ключ, который откроет нам решетку. Блин. И нет ни одного солдата, да, чтоб с ним я мог. О, есть что-то. Так, бриллиант. Угу. И здесь нету, да? Пароля никакого. Это что такое? Так, вы не можете брать дополнительный предмет в инвентарь. Хорошо. Давайте попробуем, значит, с вами использовать. Не знаю, нужно нам, не нужно. Нет, мы не можем использовать. Хорошо. Тогда давайте выкинем с вами канистру. Канистру я сказал выкинуть. Алло. Все. И посмотреть, что это такое. Ага, это обычная граната. Нужна ли нам обычная граната, я не уверен. Но канистра с бензином нам нужна. Так, давайте возьмем, наверное, газовую. И посмотрим. Блин, знаете, что мне не хватало? Мне не хватает зажигалки. Так, что это такое? Коды записки. Тут тоже, да, должна быть записка. А если мы 08 попробуем? Вчера я просто находил какой-то пароль. Это не, не, это не оно. Хорошо, хорошо, хорошо. И что нам делать? И что нам делать? Угу, динамит есть. Прикольненько. Короче, дилемма, ребят. Реально дилемма. Так, что у нас тут есть? Главное, чтобы тут не было... Главное, не было, чтобы тут у нас с вами растяжки. Тоже закрыто. Как их открывать, я знаю, с помощью гранат, конечно, их можно открыть. Сигнальная шашка, не, сигнальная шашка нам... Ага, тихо. Растяжка. Растяжка, растяжка. Ладно, идемте сюда, посмотрим. Просто, по-моему, где зажигалка должна быть, либо ключ. Я знаю, где оно лежит, но я там через крыс не могу пройти. Чтобы пройти через крыс, мне нужно воспользоваться, получается, этим. Зажигалка. Ага, мы отсюда пришли, да? Все, больше тут, по-моему, ничего нету. Или есть. Короче, походим по таким вот местам, посмотрим, мало ли, может. На что-то и нам наткнемся. А может и не наткнемся. Так, ну, сюда мы вроде были. Сюда мы проходили. Сюда мы пролазили, правильно? Ну да, все, назад. Значит, назад и куда-то в другую дверку. Блин, мне эта игра напоминает Чужого, если вы играли. Там, где нам нужно было бегать по кораблю и прятаться от Чужого. И каждый раз он становился все умнее и умнее. Вот это вот все то же самое. Так. Что у нас тут? Бочка с порохом, да, наверное?
Так, ну раз мы тут были, предлагаю вот сюда сходить посмотреть. Посмотреть, что у нас тут с вами. Хотя вроде мы здесь уже все лутали. Хотя вроде мы уже все лутали. Так. Как говорится, страшно, вырубай. Так, наверху, по-моему, мы тоже с вами были, да? Так, open. Это что такое? Угу. Какой-то вход-выход. Ну и то, по-моему, мы тут с вами тоже уже были. Так, давай смотреть. Блин, и самое интересное, тут даже нету типа мест, где мы можем спрятаться с вами. Да, для этого тоже кусачки нужны. Для этого тоже нужны кусачки. Так, карандашик, лампочка. Да, тут все открыто, тут мы уже были. А, это самое начало. Помните, мы тут проснулись с вами? Тут мы с вами проснулись. Ага. Окейушки. Ну да, мы там брали с вами фонарик. Там, где цепочка была. Здесь тупик, а это что у нас? Да, тут мы замок с вами расстреливали, открывали. А сейчас мы, по-моему, выйдем тут, где сохранялка, да? А ну? Да, тут сохранялка у нас. А здесь у нас что? Угу. А здесь у нас с вами ящик, да? Ну, дай пройти. Во, да, здесь у нас с вами ящик. Хорошо, ладно, здесь мы были. Идемте, значит, сюда сходим. Идемте, значит, сюда сходим, посмотрим. Хотя, что смотреть, если мы здесь с вами уже были. По-моему, и туда ходили. Блин, не люблю такие игры. Хотя бы была бы какая-то мини-карта, не знаю, там. Я реально все протыркал, тут нету мини-карты. Ну, может, я чего-то не понимаю. Так, фотографии, коды, записки. А, либо, конечно, дать мини-карту какую-то. Так, что у нас тут? У нас тут что-то есть. Эту дверку можно открыть с помощью гранаты. Ну, вы сами понимаете, если я сейчас кину гранатку. Если я сейчас кину гранатку, то к нам прибежит бабайка. Так, записка. Что это такое? Внимание. Электроснабжение в этой пчеле. А, ну да, мы это с вами вчера читали. Так, тут хрестик, да? Значит, сюда как-то можно все равно попасть. Так, растяжка. Ага, растяжка. Могу перепрыгнуть растяжку, интересно. Да, могу. Хорошо. Хоть что-то уже радует, ребят. Хоть что-то уже. Уже радует. Так, а здесь нужен ключ, да, я так понимаю? Что это? Кабинет охраны, а это столовая. Это столовая.
Ага, здесь открыто. Так, ну это палка для факела. Вот, нам нужно вот эти кусачки, чтобы открыть, получается, вот эту вот. Вот эту вот решетку нам нужны кусачки. Ага, с помощью кирпича мы сможем разломать дверку. С помощью кирпича мы сможем... Так, это что? Это растяжка. Сможем разломать дверку с вами. Блин, мне нужен какой-то... Какой-то челик с кодом. Так, что это такое? Патроны для дробовика? Серьезно? А у нас тут дробовик будет? И опять же, а смысл, если на монстра это никак не влияет. Так, что это? Что это? Ага, 67, 71. Кто ты, интересно? Интересно, кто ты? Так, моя совесть трезвеет. Меня как не трезвело тогда. Ага. Окей, бессмысленная информация. Хорошо. Зато мы с вами нашли... Давайте запомним, кто это. Клеман. 6771. Надо будет сходить туда и посмотреть, что это за Клеман. И что у него там находится в ящичке. Может, от зажигалки? Если от зажигалки, будет хорошо. Так, здесь у нас нету растяжки, случайно? Не, это куда-то ведет. В другую сторону. Это у нас тряпочка, канистра. Кирпичик. Ага, а у нас тут... У нас тут с вами растяжка, а я не могу ее... А я не могу ее использовать хорошо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихонечко, тихонечко. Так. Ой, ё-моё, крыска. Крыска, крыска, крыска. Куда уходить? Куда уходить? Куда уходить? О, я что-то наделал, ребят, я что-то реально наделал. Все, до побачення. Давайте используем. Блин, я думал, я перепрыгнул. Я думал, что я перепрыгнул, хорошо. Все, меня тут нету. Меня тут нету. Блин, мне нужно сейчас найти будет, во-первых, дорогу назад. Ё-моё, оно тут. Оно тут. Тихо, 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 тихо. Давай, уходи. Бабайка, уходи. Мне нужно будет сейчас найти дорогу назад. Я, блин, заблудился. Ага, все вроде, да? Вроде все. Так, ты кто? Ты бутылочка. Бутылочку можно вот так сделать. Но опять же, без, получается... Без зажигалки я не могу ничего с ним сделать. Так, тихонько. Тихонько, пожалуйста, тихонечко. Меня тут нету. Ага, бутылочка нам не надо. Здесь у нас что? Здесь у нас топливо. Здесь у нас с вами топливо, а тут у нас закрыто, хорошо. Ладно, давайте попробовать назад идти. На крайняк, если даже мы с вами...
Стой, стой, стой. Ага, мы с вами еще один медальон нашли. Теперь у нас с вами два медальона, да? Давайте посмотрим. Так, ага, все, сохранил. На крайняк, даже если мы сейчас с вами откиснем, даже если мы с вами сейчас откиснем, то я смогу из-за записи... У меня же запись сохранится, а то могу посмотреть пароли. Но надеюсь, нам не пригодится, мы с вами... Так, Арчи, давай аккуратно. Все, красавчик. Нам это не пригодится, мы сможем с вами открыть его сами. Главное потом сохраниться. Так, тут нету растяжки. По-моему, нам куда-то сюда. Блин, гребаные коридоры. Гребаные коридоры, гребаные... Стой, 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 стой. И гребаные растяжки. Что? Внимание, выключатели на том участке соединены последовательно. Хорошо. Хорошо, нам это в принципе не сильно и интересно. Ага, я не могу ничего взять, потому что мне все лишнее. Нужно будет сейчас заправить с вами... Тихо-тихо, не беги, все, не нервничай. Нужно будет заправить с вами сейчас генератор. Заправить генератор и пойти посмотреть, от чего мы добыли с вами пароль. Так, я его слышу, он приближается. Так, все, предлагаю. Предлагаю пробежать. Все, все, все. До побачення. Так, давайте мы с вами... Прогресс сохранен. Хорошо. Пойдем заправим с вами наш генератор. У нас как раз с вами одна штука есть. Давай еще. Все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, я предлагаю, наверное... Что-то лишнее сложить в наш ящичек. Что лишнее у нас тут с вами? Хаешки, гранаты. Фонарик, я даже не знаю. Ну, давайте бутылку с топливом сложим. И положим, наверное, две хаешки. На всякий пожарный случай. Сделаем бум-шпунькс. И теперь идемте посмотрим, что мы с вами добыли. Говорится, какой именно из шкафчиков мы сейчас с вами сможем открыть. Так, дверки закрывать, не знаю, наверное, опрометчиво. Ну ладно. Ну ладненько. Так, дай сюда, дай сюда. Ну дай пройти, пожалуйста. Все, здесь открыто. Хорошо. Теперь давайте смотреть. У нас с вами есть коды. Это Клеман и Лавель. Клеман и Лавель. Так. Клеман. Лавель. О, Лавель нам дает с вами возможность взять противогаз. Хорошо. Что у него там было? 87-29. Не поверите, пробовал найти пароли в интернете, такие не смог. Не знаю, может они рандомные, конечно, эти все пароли. Да, бум. Так, надеть, снять. Это теперь мы сможем с вами ходить в противогазе, хорошо. Отлично. Только единственное, что не отлично. 1985. А ты кто? Травер. Травер. Так, мне нужен Стаффорд. А на Стаффорд есть? А на Стаффорда нет. У нас есть Травер и Клеман. Так, Травер и Клеман.
Неужели всякая ерунда будет сейчас? Нуклер, Травер и Клемана. Клемана, понятно, что у нас по поводу Клемана. 67-71. 67-71. Так, 67-71. Шикарно. Так, давай берем потрошки. Берем фотографию. И берем записку. Так, все. Тут точку. Mid-afternoon. Joubert needs a scout for tonight. Routine patrol. Так, сегодня ночью Жуберу нужен разведчик. Обычный патруль добраться до линии связи, и обратно будет облачно. Отличное прикрытие. В общем, легко. Так. Я просто глазами ищу, есть ли какая-то полезная информация. Здесь ее очень много. И походу она бессмысленная. Хорошо. Что у нас с вами остался? Кто? Остался Травер. Остался Травер. Да, вот он, гранатки. Зачем нам гранатки? Я без понятия. Так, 1580. О, не то. А, неправильно, 1985. 1985. Тихо, тихо, бабаечка, тихо. Все хорошо, не переживай. Не переживай, как говорится. Все будет хорошо. Блин, мне нужно с вами открыть, во-первых, зажигалку, найти двух челиков. Это самое главное. То есть мне нужен Стаффорд и нужен Жиру. Где оно будет находиться, я честно без понятия. Но я предлагаю сейчас сохраниться, во-первых, сохраниться. И продолжить наше с вами приключение. Не знаю, может мы с вами и найдем сейчас где-то Стаффорда. Ну, сюда, я так понимаю, оно зайти не может. Это существо. Так, а что оно мигает? Ага, это ящик просто мигает. Так, все. Сохранились, сохранились. Давайте, наверное, мы сложим сюда еще гранатки. Гранатки сложим. Противогаз мы оставим. И газовую гранату тоже с собой возьмем. На всякий пожарный случай. Так, записка. Так, проблему с нашествием крыс пока решить не удалось. Они набрасываются на каждого мертвое тело. Кроме этого, они преследуют разных... А, раненых. Однако грызны не... Угу. Блин, а помните, у меня был кусочек протухшего мяса, я его выкинул. А теперь об этом я жалею. Так, я предлагаю теперь сходить куда-то... Куда-то в эту сторону. Ага. Ну тоже, смотрите, вот exit, да? Вот выход есть. Неужели нельзя вот сюда пролезть и вылезти отсюда, не? Вот это вот устраивает здесь. Гонки с бабайкой. Так, очередная записка. Так, уже несколько часов не видел других людей. Похоже, остался последний, мы живым. Так, рукоятка от детонатора находится где-то... Ну, мы с вами, помните, нашли динамит, да. Нам нужно найти динамит, чтобы сделать здесь, получается, биг бадабум, я так понимаю. А чтобы нам с вами добыть динамит, чтобы с вами добыть динамит, мне нужно, во-первых, кусачки, а во-вторых, нужен вот тот шуруповерт, так сказать. Так, сейчас, секундочку, одну секундочку. А чтобы хотя бы что-то из этого добыть, мне нужен брелок.
Так. Блин, я не помню в прошлой серии, куда мы с вами ходили, что я находил один из этих брелков. Кто подскажет, а ну? Ребятушки, кто подскажет, не сюда ли мы ходили? Не, здесь, по-моему, у нас... Да, сейчас будет пролах, а здесь у нас будет кричать чел, которого нужно будет. Да-да-да, это я помню. Значит, нам в другую сторону. Значит, нам в другую сторону. Тоже не сюда, тоже не сюда. Не помню, куда. С вами отправляюсь, по-моему, в эти, как его... На склад мы ходили. По-моему, на склад мы ходили с вами. Так, стратегическое хранилище. Стратегическое хранилище. По-моему, куда-то сюда, да? Или нет? Или нет, или да. Блин. Гребаная игра. Все, тихо. Без паники. Без паники, офицерский. Так, ремонтный цех. По-моему, мы в ремонтный цех сюда и ходили, или нет? Так, ну здесь мы были. Ага. Ладно, давайте попробуем сходить в ремонтный цех. Если нас сейчас тут бабайка догонит. Если нас тут бабайка догонит. Ну, что поделать. Так там, как говорится, и быть. А главное, мы с вами нашли некоторые вещи и сохранились. Это уже хорошо. Не знаю, стоит ли обходить опять все вот эти вот закоулки и искать что-то новое. Наверное, вряд ли мы тут найдем. Ну, хотя бы попытаемся. Так, что у нас тут? Вот я не помню, куда я ходил. Вот честно. Вот здесь у нас что-то находится интересное. Ага, забрать. Тряпочку забрать. Ой, оно идет, да? Походу оно идет. Или не? Не помню, куда я ходил. В какую-то сторону мы с вами продвигались, в какую-то сторону мы продвигались. Я там... У нас еще крыска в конце, помните? Пусть сделала, и мы закончились. В какой стороне вот это вот было? Ну, по факту тут их сколько сторон? Две. Одна налево, одна направо. Так, хорошо, давайте. Давайте посмотрим. Так. Тут мы с вами, по-моему, были. Тут вроде, да? Ничего нельзя сделать. Так, давайте возьмем канистру в руки. Заправимся. Заправим наш генератор. Блин, хоть бери паузу, делай и... Пересматриваю, в какую сторону я ходил, что на нас с вами крысы нападали. Так, тихонько. Тихонько. Все. Сохранить. Офицерская казарма, арсенал, солдатская казарма. Ремонтный цех. По-моему, мы в ремонтный цех ходили с вами. Историческое хранилище, узел связи, солдатская казарма. Блин, не помню, честно. Ну ладно. Давайте походим, побродим. Походим, побродим. Так, честно, я так же самое, как и вы, хочу поскорее, как говорится, мы отсюда выбрались. И весь этот ужас закончился.
Так, тряпочку мы взяли. Давайте делать сразу с вами вот так, аптечку. Блин, может взять все-таки... А если попробовать? Не. Я могу сходить за гранатой и взорвать эту дверку. Я могу сходить, как говорится, взять и взорвать эту дверку. Ой-о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 й. Все? Все? Бабайка идет? Или не идет? И откуда он будет идти? Интересно, и откуда он будет идти? Тихо, тихо, тихо. По-моему, мы здесь были только что, да? Мы открыли эту дверь с растяжкой, помните? Все, все, все. Все, 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 наслаждайся. Ой, оно за мной бежит. Оно за мной бежит. Нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все. До побачення. Ну давай, подходи. У-у-у, стрёмно-то как. Как же стрёмно. Блин, я предлагаю сейчас туда вернуться. Взять хаешку, открыть ту дверку, где там закрыто. У нас как раз хаешек много. И посмотреть, что за теми дверками. Так, давай берем две хаешки. Все? Бабайка ушел? Давай берем в руки хаешку. Открыть. Бонжур. Месье Бабайка. Так, давай-ка мы тебя... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихонечко. Давайте мы это все перенесем, чтобы нам было удобнее убегать от него. Чтобы нам было удобнее от него убегать. Спустимся сюда, кинем гранатку, сбегаем назад, сохранимся. И попробуем посмотреть, что за той дверкой. Ну, ее должно гранаткой будет разнести. По-любому ее должно будет разнести гранаткой. Так, все, до побачення и побежали домой. Все, 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 все. Не, 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 не обманывай, не обманывай, не, не. Ты ж меня не видишь, не. Ты меня не видишь. Меня тут нет. Так, все, хорошо, давай. Сохраниться. Я так помню, как я в сталкере нажал случайно автосохранение на моменте, где этот, как его, где я попал в это, как его, в штуку, короче, я понял, что когда кабан подбегает, его ветром разрывает на части в ловушку. И вот это пришлось мне тогда заново перепроходить полностью все. Потому что я не помню, что у меня с другими сохранениями было, но как-то неудачно я сохранился. Все, в принципе. А, нет, нет, не все. Но сейчас он успокоится. А я как раз посмотрю, сколько у нас уже ролик. 39 минут. Прикольненько. Давайте я предлагаю, значит, сходить в ту дверку, посмотреть, что мы с вами открыли, и закончить на этом серию. И, в принципе, мы и так неплохо добились. Нам осталось-то найти с вами буквально, как говорится, 3-4 кода. Только в чем проблемка? У нас сумочка с вами очень маленькая, видите? И карманные часы выложить в машине нам не надо. Так, арсенал, ага. И нам выбраться вот из этого завала нужно. Так, давайте, наверное, карманные часы мы все-таки уберем. Они нам показывают время, через сколько у нас генератор остановится. Что еще? Большую аптечку тоже, наверное, уберем. Я бы пехоль убрал, но
пехаль бесполезные. Но пусть, пусть будет, ладно. Так, давайте заправимся. Давайте заправимся. Давайте с вами заправимся. Все, вроде нормально. Нужно не забывать, как говорится, это дело. Так, все, побежали, сходим. Посмотрим, что мы все-таки с вами открыли. Возьмем в руки дымовушку. У нас как раз появился противогаз. Так что мы теперь сможем безопасно ходить. Да. Ну, такими темпами, когда ты начинаешь что-то находить, и хочется играть в эту игрульку. А то, когда, к примеру, ты три серии подряд, три серии подряд вообще ничего не находишь, а просто умираешь от бабайки, ну... Ну, такое себе. Ага. Из-за взрыва лампочка, да, у нас с вами пропала. Хорошо. Так, фотография. 9 на 12. Так, если бы я еще понимал, что это такое. Если бы я еще знал, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Так, прошлой ночью произошли странные события. Угу. А можно мне пароль, пожалуйста? Так, следующий дозор должен удостовериться, что мы не открыли тайный проход. Наш бункер. Не хочу вас расстраивать, но вы это сделали. Сейчас, давайте посмотрим, что у нас здесь. Говорится, что у нас туточки. Давайте посмотрим. Возьмем бутылочку с вами. И нажмем... И нажмем на карту. Так, эту подкарту добавили к основной карте в администрации. А, узел связи. Чулан, столовая, казарма, казарма. А, канцелярия. А мы, походу, в этой канцелярии, да? Это что такое? Это типа ты тут? Алло. Мистер Бабайк. Так, мне бы, конечно, сходить бы лучше бы сохраниться. И тут закрыто. Да, мы тут с вами растяжку, которую мы не можем с вами... С вами не можем растяжку. Все, 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 все. Так, все. Я бегу сохраняться. И заканчивать будем серию. В следующей попробуем все-таки отыскать остальные жетоны. Попробуйте все-таки таскать остальные жетоны. Я вспомню, куда я бегал. Ну, либо посмотрю свой предыдущий видосик, второй. Куда я обходил, куда я бегал. И где мы сможем с вами найти, получается, это как его, жетончик от ключика. Все, всем спасибо за просмотр. Да, лайкосики, подписка, ну, как обычно. Я надеюсь, нам не нужно напоминать. Так что все. Всем пока-пока и до потом, ребят.